самое главное предложение сегодняшнего дня. Это наш ЦТС. Цена только сегодня. Полуботинки женские Делисия от нашего эксклюзивного бренда Франческо Фиоро. Сразу чувствуется дух Италии, сразу чувствуется стиль. И это, между прочим, не просто эксклюзивное предложение. Это одно из главных трендовых предложений коллекции «Весна-лето 2023». Ну а представляет наш бренд Франческо Фиоро и вообще рубрику «Обувь» не просто замечательный, талантливый человек, не просто восхитительный друг, не только красивая девушка. Это суперпрофессионал своего дела. Более 20 лет в индустрии обуви. Конструктор, дизайнер, технолог, ну и... Потомственный производитель обуви. Светлана Гарова. Светочка, мы тебя все любим, обожаем. Ты настоящая фея обувного дела. И я счастлив, что сегодня такая честь для меня провести эфиры с рубрикой «Обувь с тобой». Свет, расскажи нам, пожалуйста, про это предложение. С удовольствием. Алексей, давай начну с того, что у нас действительно сегодня представлена эксклюзивная коллекция. Эти полуботинки вы видите сегодня впервые, поэтому, пожалуйста, внимательно обратите внимание, да, на эти полуботинки. Они выполнены из натуральной турецкой кожи, которая является сама по себе уже брендом. Да, потому что как только мы слышим словосочетание «турецкая кожа», мы уже готовы приобрести ту или иную пару обуви. А я, кстати, знаю турецкий язык. Да ты что? Mm-hmm. Об этом мы с тобой поговорим чуть позже. Подожди, давай, значит, так. Также хочу обратить ваше внимание, что здесь очень удобная конструкция, потому что сами полуботинки у нас выполнены из натуральной кожи, и есть вставка из неопрена, которая очень мягкая, эластичная, поэтому они садятся комфортно по вашей ножке. Также у нас здесь необычный шнурок, это эластичная лента, то есть они будут подтягиваться по вашему подъемчику. Давайте заглянем с вами внутрь и посмотрим на внутреннюю составляющую. Здесь у нас натуральная кожа, и просто потрясающая мягкая натуральная стелька, она еще является анатомической, даже мы видим специальную надпись. Давайте хочу сразу же обратить ваше внимание. Да, стелька у нас съемная идет? Конечно, да, посмотри, во-первых, она съемная, во-вторых, она из натуральной кожи, в-третьих, она с массажными элементами, то есть легкий акупунктурный массаж вы будете получать в течение всего... А я еще вижу, что дышащая стелька, и дышащая, да? То есть это же еще о гигиене сразу нельзя забывать. Слушай, здесь сразу же я говорю, конечно, всегда о гигиене, я говорю об антисептических качествах, да, я говорю всегда о том, что такая стелька берет на себя все ударные нагрузки, благодаря как раз-таки рельефам, да, и вот эти шарообразные формы, которые мы видим с вами на этой стелечке, они как раз помогают вам чувствовать себя максимально легко и комфортно. И плюс большой в том, что здесь еще вот такая удобная перекатная подошва, которая работает совместно с нашей стелькой. И вот эта перекатная подошва, во-первых, это танкетка, во-вторых, обрати внимание на пяточную зону, где есть такое закругление. Я только на нее и обращаю внимание. А зря, что ты только на нее, потому что здесь очень много элементов, на которые стоит обратить внимание. Свет, извини, что я тебя перебиваю. Давайте я озвучу цену. Цена только сегодня на данное предложение. Полуботинки женские Делисия всего 4249 рублей. Вообще, за натуральную кожу, за ультратрендовые предложения, я считаю, это настоящий подарок. Давайте поговорим про цвета, которые у нас представлены. Давай, с удовольствием начну, Алексей, с бордового цвета, потому что я его обожаю, да, это такая прям темная вишня, шпанка есть такой. А, кстати, Институт цвета Pantone выделяет бордовый цвет в этом сезоне, одним из главных делает. Следующий цвет коричневый, вот здесь как раз такой темный шоколад, мне кажется, со вставочками золота, согласись? Ну, здесь очень интересный градиент. Да, получается, от самых светлых оттенков коричневого, переходящий практически в черный. То есть благодаря этому, конечно, эту пару обуви очень легко интегрировать в свой гардероб. Но вот базовый здесь есть черный лак, да, у нас здесь. Да. Вот мне очень нравится такой эффект, как будто под кожу рептилии. Вот если вам нравится вот такое решение, а это, я напомню, тренд коллекции «Весна-лето 2023», вот смело заказывайте. У нас, кстати, вот сейчас черный начинает лидировать. Представляете, 7 минут от начала эфира, 2 минуты презентации, а уже полуботинки женские Делисия становятся настоящим хитом продаж. Вот это красный, да, у нас цвет? Удивительно, что ты угадал, Алексей. Да, нет, ну просто, знаешь, у нас всякое бывает, Светлана. У нас красный цвет могут назвать и оранжевым, но вот здесь красный, да. Ну здесь очевидно красный цвет, и причем мне очень нравится, что он дополнительно затонирован по швам черным цветом. Это так стильно смотрится. Да, а теперь посмотри на черный цвет. А вот это черный классика, да, у нас идет. Есть черный глянец, а это черный матовый. Но та
также не могу не обратить внимание, что есть еще вот такие вот петелечки, и они тоже стильные. Почему я на них обращаю внимание? Вот да, давайте я вам покажу. Тогда. Так, угу. Сейчас, вот. Угу. Потому что здесь у нас еще на петелечках есть тоже вот такая вставка, да, контрастная. Кстати, Свет, всегда хотел спросить, вот если коротко, а для чего они, эти петли нужны? Просто для дизайна? Петли нужны, нет, эти петли нужны для того, чтобы удобно обуваться, если у вас под рукой нет обувного рожка. Так, хорошо, спасибо тебе, Свет, большое. Итак, мои дорогие, горячо любимые модницы, напоминаю, цена только сегодня за полуботинки женские Делиси от бренда Франческо Фиоро 4249 рублей. Если сразу оплатить банковской картой еще 5% скидка, получается 4,37. 4000 за натуральную кожу полуботинки, стильные, эксклюзивные от нашего Франческо Фиоро, от нашего эксклюзивного бренда, который чуть больше года назад появился на нашем телеканале в рубрике «Мода». Теперь эти новинки появляются и вот, пожалуйста, от бренда Франческо Фиоро в рубрике «Обувь». Это, я считаю, просто несказанно нам повезло. Свет, вот ты сейчас показываешь уже, насколько они практичные и не промокают. А давай быстро скажем, какие у нас размеры вообще. Обязательно есть. Мы с тобой поговорим про размерную сетку, потому что наши дорогие телезрительницы делают все-таки дистанционный заказ, поэтому надо понимать, что здесь мы с вами выбираем размер. Да, я уже на самом деле стала демонстрировать, что наша натуральная кожа, так как она со лаковыми элементами, поэтому абсолютно не боится влаги, то есть является, так сказать, антивандальной. Даже если я буду эту кожу царапать, да, то здесь не появится ни одной царапинки, Свет, ни одной морщинки. Свет, а вот ты можешь поцарапать, вот мы на секунду даже замолчим, чтобы все услышали, что реально царапаешь. Слушай, знаешь, как что? Я так вот как сейчас, я беру прям обычно линеечку, так, смотри, давайте. И острым углом линейки, вот на секунду, посмотри, что я делаю. Ты видишь? Можешь чуть пониже микрофон сделать? Так, чтобы услышали. Вот так? Вот так, да. Могу, конечно. Но ну, слышно, мне кажется. Да, слышно. И ничего, никаких следов не остается. То есть не промокает, царапин не боится. А вот эти, кстати, самые проблемные места при ходьбе, когда сгибаются. Вот у меня очень часто здесь упирается мизинец. Он вот у меня, он такой чуть-чуть вывернутый, да, мизинец. И всегда прорываются именно вот эти боковые части. Вот здесь я хочу подумать. Тебе сказать, что это значит, тебе по полноте не подходит эта пара обуви. Значит, ты я ее выбираешь, она маленькая. Я понял. Свет, спасибо большое. У нас есть отзыв. Екатерина Володина из города Астрахань. Очень достойное качество обуви за такие деньги. Я заказала себе туфли 9 марта. Вот недавно получила и уже хожу в них. Супер обувь. Буду обязательно брать еще. Колодка удобная очень. Екатерина Володина, спасибо вам огромное. Итак, цена только сегодня за полуботинки женские Делиси 4249 рублей.